3 марта 2022 год, Харьков. Вот это, бляха-муха, прилетела. Хвостовичок, что ли, от чего-то. Героев труда. Капец, я такой хрени не видел даже. Вот это да. Что, я даже не представляю, что это может быть. Вообще никаких даже предположений. На хвостовик града, ой, этого как вот, а ну град вообще там смерча урагана не похоже ни капельки. Капец. Стратегический объект тут был где-то рядом, да, ну хвостовик, конечно, мог где угодно упасть. В общем, ходил я сегодня, смотрел, за покупками же собирался. Все прилеты, которые я видел, ну это я не считаю, это понятно, что какая-то заглушка хреново. Все это прилетало со стороны циркунов. То есть, ребята харьковчане, если у вас окна выходят на циркуны, это северная Салтовка, это академика Павлова, окна у вас, если на циркуны смотрят, постарайтесь во время обстрелов держаться подальше от этой стороны, где циркуны. Вот такие защитники, бляха-муха, приперлись к нам.